Друзья, признаюсь честно, мы очень долго согласовывали эту встречу. Нашего гостя очень тяжело было поймать, потому что она то тут, то там. Угу. И между тем, как кошмарить котов и обысывать бордюры, она решила зайти к нам. Сегодня в нашем риторическом подкасте «Собака». Виктор. Привет, пес. Знаменитая ночная бабочка Ляля Колобок на работу собирается днем. Чтобы привлечь клиентов, нужно быть изысканной и элегантной. Ваша порода – Стаффордширский терьер. Ну, а если быть точнее, то американский Стаффордширский терьер. Ну, а если не выебаться, да, то пес. Ну, как бы просто пес. Кстати, вы не обижаетесь, когда вас называют пес или собака? А как он отвечать? Сутулая. Это я сутулая собака. А у меня вопрос, а он будет что-то отвечать? Обидно, согласен, обидно. Всем нашим слушателям интересно, какие на самом деле правила игры с палкой? Ты же ее, ну, не отдаешь, потом отдаешь. В чем суть? Что за вопрос? Почему нельзя сразу отдать? Игра будет быстрее. Ой-ой-ой, блядь! Сука, спустя 5 лет опять порвало и опять бутылку. Уважаемый пес, подскажите, а это правда, что вы среди своих по роду хаски считаете, ну, немного с ебанцой? Да. Если что, мы, люди, уже научно выяснили, и оказалось, что предков хаски очень сильно затапливали соседи сверху. И они вот постоянно жаловались, вот так вот говорили: хватит, хватит, хватит. Поэтому вот до сих пор осталось это. Понимаете? Понимаете. А что, он хавает? Ну да, пошло я нахер. Информативно. Скажите, а правда, что на собачьих свадьбах подружек невесты камнем отгоняют от параши? Просто на человеческих тоже такое часто можно встретить. Есть интересные названия ваших пород. Давайте я прочитаю. Ну вот, к примеру, бультерьер, да. Малый бассет-грифон. Бишон фризе. Блин, я бутыки делаю заказ во вкусные точка. Типа мне два бультерьера, малый бассет-грифон. ASMR, Godzilla. Короче, смешно, если ты не будешь пояснять шутку. Тогда смешно. Если ты шутку поясняешь, тогда не смешно. Бишон фризе. И у тебя еще и собеседник тебя игнорит. Вообще пи***ц. Смотри. Кого ты позвал, блядь? Прикинь, это тоже из ваших. А, это скоро собака. Любовь, скоро весна. Ага. Еби меня, еби. Жарким хуем. Ну, очень смешно. Понимаешь? Дед, бабка, внучка, жучка, кошка, мышка. Почему вот в этой популярной сказке про репку имя есть только у собаки, да? Жучка. Признайтесь, вы автору этой сказки дали на лапу? Реально, кстати. Только, у собаки реально только имя есть, блядь. Вот, ну, как эту хуйню можно было вообще вспомнить, Вот если я устал... Сейчас вопрос, стал только у меня или у всех? Мне эта информация, вот я не понимаю, но... А вы решили за собаку отвечать или что? Говорится, ну, устал как собака. А если ты устанешь, то как кто? Кстати, пишите в комментарии, если вот устала собака, она устала как кто? Бля, я вдернулся. А когда вы будете подавать в суд на вкус вилл? Ну, потому что вот. Это что такое? Он же точно не впустит. Но мне кажется, дело вы точно выиграете, потому что в правоохранительных органах у вас же есть связи, да? Тот же комиссар Рекс.
Я думаю, он сможет словечко замолвить. Как же ему хуй вообще? Ну что ж, классно поболтали. Это было риторически. Хорошо, но мало, конечно же. Предлагаю... ничего не предлагаю. Предлагаю смотреть кино, блять. И все.